Да, пиздец, меня зафокусило это судно, блядь, застреляло этой хуйней. Просто. Шар, блядь, плазмы. Блядь, две штуки. А когда он собирается, голова меняет таргеты по агролисту по своему отдельному, нет? Нет, у него то-то же агро. То есть, который так, третий, при да? Чем тут агро? Какая разница, какой агро на нем? Не-не, я имею в виду, вот на третьей фазе у него есть агролист, а на четвертой он остается на той цели, с которой третий был. У него продолжается то же самое агролист у всех трех частей. А может агро быть на любом? Можно таунтить, какая разница? Он же кидает в рандомную цель свою, по ебень, блять, ёбаный, по идее. Я знаю, нет, что он меня... по таргету кидает. У кого больше огромный, того и кидает. На, написано вроде случайно выбрать. Нет, по таргету он кидает. Типу. Футл типу способности. Его способности. Блять, не жарить что ли в него, чтобы он меня не пиздил, блять, он меня прям выебал. На вторую фазу хуёво перелипало, не было. Но с демона нет, ДПС меньше. Демона нет, да? Туда. Заметно ДПС меньше. Зато Сандер есть. И Сандеров нет. Так я держал, блядь, весь бой. Ты тебе все равно ни разу не нашел. Ну-ка, наконец-то этому малому человеку. Фуни, проснись, блядь. Да, 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 да. Отсчет времени до самоуничтожения начал. Самоуничтожение области. Зачем вы это сделали? Разве вы не видели табличку, не нажимайте эту кнопку? Бля, мы давно на нем не вайпались. По-моему, с первого трая падал всегда. А нехрен брать всяких кир, там, толь. Беги, малышка, беги! Понял. Беги, малышка, беги. Ой, бля. Сак попросил. Егор Берниш, инвалиды. Как входы пошли. После только скинем. Инвалиды БР, камни Локи поставьте. Рибаф инвалид. Куря, бей! Пошли ко входу. Понял. Ой, долбоёб. Это просто Сандеров не было. Блядь. Блядь, я не хочу нахуй играть это такой тип. Тебе смешно? Нет. Охуенно, как смешно, блядь. Дадите ССПВ, да то вдруг сдохну. Мид. Мид. Сука. Понял. Я просто понял, как ты на эрдру умираешь? Ну как? Запрыгнул в мид. А барскинг ты нажал? Ни одно сливание нажато, блядь.
Смотрите. Хуёвая идея новичков брать, я понял. Это сам сказал. Там бомба, если чё. Дойдите. Блять, ну вы все в одну сторону отошли, красавцы. Да не ложитесь, Вайт. Сендор от взрыва отдохнет. Лучше. Сандров не было. По-моему, не ошел, ты виноват. А кто же еще? Вообще, есть одно классное правило. Оно тут работает идеально. У тебя три спека, обязаны быть демон, обязан быть Африк, остальное что хочешь. Я не понимаю, какого хера у нас 5 локов и нету демона. Зато в втором, третьем, четвертом рейде будет по 2. Я хуй знает. Ну, типа, меняйте этих локов, войсов всяких, балбесов. Ну, типа, пускай делают демона, обязалок. В любой момент может оказаться, что нужен демон. У вас нету демона ни у одного. Есть новенький парнишка, хорошо играет на демоне. Неплохо дает своим гире. Посмотрим, может его... Ты кто? Чикатило. Он 213 гири давал по 7-8к. Давай ты лучше танком ну, найдешь, и я тебе буду по 10к в демоны давать. На сердру умирает на второй фазе, это вообще шок. Ты хотами хилишь, и там вообще невозможно умереть. Понимаю, я бы сдох, еще другое дело, или бы Энви. У нас кастовые хилы, так блядь. Тут понимаешь, что дело, блядь, это что он в огне конкретно умер, типа, там, ну, он не захилился бы стоя в огне, алло. По так, там уж набрались, блядь. Мы вторую фазу вчетвером хилим, тебя танк перехиливает, блядь. Ёбаный в рот. А первый трачу. Ну, Егор умер, блядь, на 5 минут раньше тебя, у тебя хпс одинаковый. Даже ниже, чем он. 5 минут трупом челик валялся. И он выше тебя по хпс. Я холивайтами, да, хилю. Холивайты моя хилить, да. Да где вы на своих шаманов? Еврей, подвиньте чуть-чуть. Беги, малышка, беги! Саперы можно не лутать, не лишний урон, пожалуйста. Сапер, я, да. Не думал, что пожарный тут сложен будет. Беги, малышка, беги! Убивать по ходу сразу.
Какой-то дроид потратил спринт. Да, я далеко был. Печаль. Камни, локи. Кам? Только что стояли. Ильдар, ты хочешь кам? Пошли ко входу. Эльдар? Эльдар? Охуенный огонь. Да уйдите просто, уйдите все. Я его сделал красиво. Это я к тому, что выпрыгнули, блять, по-уебански все в огонь. Бэйл. А то сейчас огонь в мели надо будет. Выпрыгнуть надо на последнюю секунду. Пошли в мели. Выпрыгнул. Куда ты пошел? Фоня, как же ж тебе повезло? Я знаю раньше ты зад, мне не повезло. Пиздишь. Как дышишь. Огонь там аккуратный. Что он там делает, конечно, я не понимаю. Беги, малыш! Вараш. Беги! Я дымался. Выпрыгнул. Разошлись быстрее. Попробуем прохилить. Джека, дай гимн на хп. Раньше возьмите все. У меня я, когда я еще Эльдарик. Не стоишь, на ебаный. Эльдарик, когда у меня еще? Понял. Я забагался. Бомба близко. А огонь скиньте куда-нибудь. В разные стороны. Почему вы все в одну сторону уходите? Ложись. Почему вы все в одну сторону уходите от этой бомбы? Там можно в три направления пойти. Че, ложимся? Да. Пацаны, давайте обнимемся перед смертью. О, слышишь, да? Mm. А у тебя будет Гера, когда, да, если диван тебе дам, а ты масрез. Да, 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 да. Ну дай мне диван, мне на Геру пофиг. Там уже лежим. Ладно. Джек, на следующий КД в сове пойдешь.